Сәйгілі достылар, мұны бөлі Гүзел мүлтфильм. Ондан әвел біз сізге сөз берген едік. Студиямызда Гүзел бір мұсафырлер олажақ. Ве тамымшымды олар енді бізім Гүзел сөбетімізні бекілейлер бір сырны ачайым. Ұзақтан Сақ шерінден келген бір ансамбль шымды студиямызда. Кім олар ве насылдыр бұ ансамбль шымды біз сізлерге әлбетеке айтамыз ве сізіні таныш етеміз. Әбет, достылар, епімізге сұрды келке қырым татар халқы бұл пек ойыншы біле бір ойынларыны, ғырларыны севген бір халқтыр. Ве бізім студиямызда тамам ойын вегер ансамблі Мевзу адлы ансамблі бұлына. Бізім сөбетімізге қош келдіңіз. Бізім студиямызда Мевзу ансамблін реберы Элина Бекирова, сон ве Айша Джигитова и Найле Гулямова бұл ойыншылар. Селям алейкум, қош келдіңіз. Селям алейкум, қош келдіңіз. Сабаш шерфлеріңіз қайырлы олсын. Сізге де сабаш шерфлер. Чоқ сағыңыз келгеніңіз үчін. Ве әлбетеке бірінде суалымыз сізің ансамблінен бағылы олажақ. Элина ханым, сіз яш ребер оласыңыз. Ама бұна бақмадан енді Сақ шері сізің ансамблінің сақында пек яқшы біле, енді бүтін қырым. Айтыңыз, сонда сізің ойыншы жолыңыз не вақыт башланды, не ерде? Ве нечіндір сіз мұна бөле Гүзел ансамблінің ребері олдыңыз? С танцами я свою жизнь связала еще с 11 лет. Моя Анашка направила меня на этот путь, Сагулсон. Я пришла вот именно в этот ансамбль Мевзу. Мой руководитель Рамис Фаридович как бы вкладывал всю душу в наш ансамбль. И я вот, видя его старания, решила уже выйти на этот путь и хотела тоже заниматься с детьми. И поэтому вот я немножко, конечно, в другую стезю пошла, в режиссуру, но так и не смогла распрощаться с танцами. И вот уже 3 года Сметолса Олачак, уже работаю руководителем именно своего ансамбля Мевзу. Демек, сіз әмде талебе ол едіңіз, әмде енді оджа. Білеміз ке, бұл ансамблінің тарихы пек зенгін, асылында ой әнді 25 илдан берлі чалыша, асылында не вақыт о пейда олды, оның іште қысқа тарихы насыл? Какая история этого ансамбля? 25 лет, да, уже его возраст, серьезный, скажем так, возраст. Когда все начиналось, как? Несмотря на то, что вы являетесь представителем уже молодого поколения, но тем не менее вы знакомы с истоками наверняка. Ну да, есть немного. Ну вот уже в течение 25 лет наш ансамбль существует, но предыдущих руководителей, кроме своего учителя, я не знала, к сожалению. Хотелось бы, конечно, узнать. Раньше на базе именно Центра культуры, как сейчас он называется, был не только ансамбль песни и танца Мевзу, еще был оркестр, и вот... Шынды бұл оркестр әнді чалыш? Әнді, да. Теперь не работает, остался только вокальный коллектив Мевзу и хореографический. Ансамбліңіз насылдыр бір ярышыларда, фестивалерді іштірак етті, вене вақытмана іштірак етті, вебірді бір бекімде ғалибелер қазанғандыр. То есть, где участвуете? Конечно, у нас постоянно проходят концерты в Центре культуры, и не только. Мы, несмотря на то, что я работаю только 3 года, ездим по Крыму, участвуем во многих фестивалях. Например, Гезлев Капуса недавно были на фестивале Кефе Гуллера, приняли участие, и нам очень понравилось, гостеприимный город. В основном... По Сакскому району во всех мероприятиях мы принимаем участие и так и развиваемся. Сметолса будем принимать участие в Хадерлесе, очень активно готовимся вместе с отделом по межнациональным отношениям и отделом культуры Сакского района. Очень серьезно подходим к этому мероприятию и надеемся, что все пройдет достойно и на высоком уровне. Айша, енді мына саға суаль. Не вақыттан берлі сен қырым татар ойынлары ілі оғырашын башладың, ве не үшін сен айны мына қырым татар ойынларын сайладың?
Мен огрошам, якыйыл ве буқысқа бағдемында қырымтатар ойылар менім аятым мана солды. Мен балалығымдан бек севейдім ойнамая, ве менім зоре битам огрете еді менім балалығымдан ойнамая. Ве оскен сон мен келдім езу ансамбліге, ве шынды де ойнайым, сауылсын Ирина Оджа бек көп ойынларға бізіні огретті. Чоу гүзел. Нәлі ясыз? Мен де екі ел огрошам. Мен пек севейдім ойнамаға. Қырымтатар ойын бұл пек гүзел, пек дүлбер ойын. Ве мен иншала хореограф болачам. Демек, өз өміріңізді да ойынен бағамаға істейсіңіз. Илина ханым, біз көреміз ке, өнді бөле бір бұйық қызчықлар, 14 яшында, ама 2 ел ойынен оғырашалар. Расында сіздің ансамбілге кірмек үшін насыл яшында балар олмалыдыр? Қач яшындан баштап, сіз генді келмеге мүмкін? Я беру деток с 4 лет. С 4 до 18 в основном. Демек, на данный момент. Какая группа у нас бар? Балалар ве? Бар группа. Дорт. Дорт группа. Группа бар. У меня 4 группы, и все в разных возрастных категориях. Вот это самые старшие мои девочки. Есть еще старшие мальчики, 11 класс, 10 класс. Оғланлар да бар, демек. Конечно, да. У меня смешанные группы, и мальчики, и девочки во всех группах есть. Самые маленькие, вот только в этом году был у меня набор. Каждый год я провожу набор. И вот был набор, малыши только делают первые шаги, но уже у них есть свои результаты. Вот, стараемся. Илина ханым, насылдыр сіздің ансамбліңіздің планлары ве белкеді насылдыр проблемаларыңыз бар? Чүн келбетіке бәрді бір ансамбльдер әнді яқшы тарафлар, әнді бірді бір проблемалар бар? Конечно, мы стремимся только к лучшему, развиваться, идти вперед. Никогда не нужно оставаться на месте. Ну вот есть некоторые моменты, конечно, наша база материально-техническая, можно так сказать, аудитория как бы не особо позволяет нам заниматься так, как мы хотим. У нас нет зеркал, нет станков, но я думаю, иншалла, мы решим этот вопрос со временем. Мы еще как бы молодые, я молодой руководитель, но я надеюсь, что нам помогут, может быть, как-нибудь. Бізді бұна и минус, ве мұтлаға қол тұтаджамыз, ве сіз айтыңыз, яшы бер оласыңыз, сама бұна бақмадан, яқшы ке бөле ансамбілер бар, олар яшайлер, ве өз фаалиетіні әнді тек Сақыр ауында дегілді бұтын қырымға көстерелер. Чөксаңыз бізге келгеніңіз үшін, ве білеміз ке сізің ансамбіліңіз бір сюрприз азырлады, яғни ойын, насылдыр бұ ойын олажақ айтыңыз мұқаласа? Ойын Чешме башында бір Оле Назик ойын олайдақ, қызмет олса, қызлар сізге көстерет жеклер. Чөксауыз, біз сабырсызықтен беклейміз, әнді шынды ойыны да. Чөксауыз келгеніз үшін, ве сізің ансамбліңізге тек иджадимон фахетлер тілейміз, ве яқын арада сізлер ақында тек қырымдегілді бұтын дүнияда білсін. Чөксауыз. Сауыз. Мұны бөлі әзіз достылар, бұзың студиямызда бүгін пек әжайып бе мирақылы мұзапырлер бұлына. Шынды есе олар бізге сүрприз әзірлайлар. Бұл вақыт есе біз шынды рубриканы сүйретейік. Бұйырыңыз. Тигр, орничий, чий.
Thank you.